Театр Рафаэля Санти. До 1848 года старый театр Део Паскалини находился в Герцогском дворце. Открытие театра восходит к 1846 году. Он был построен по проекту архитектора Винченцо Гинелли, начавшего строительство в 1838 году. Фасад здания в неоклассическом стиле выполнен из кирпича, специально отобранного, фигурного и окрашенного масляными красками. Таково точное описание Гинелли. Фасад здания разделен на две части. Нижняя часть украшена шестью дорическими полуколоннами, а верхняя часть – полукруглыми окнами с двумя сфинксами из белого камня. Холл театра представляет собой городское пространство по задумке де Карло. Обе стороны от входной двери в зал установлены мраморные бюсты Рафаэля, работы Карло Финелли 1853 года. Художественную роспись потолка в зале с 1848 по 1850 годы создавал Рафаэль Антониоли Губбио. Он же декорировал сценическую арку с изображением на ней муз и портретами известных людей. Два исторических занавеса расписаны Франческо Серафини в 1850 году. На них представлены картины собора, герцогского дворца и портреты всех известных личностей города.